Всем привет. Ну, ходил я сегодня за сбором, на сбор гусениц махаона еще, нашел десятка три. Вот букет такой весь цветастый, вот этот весь зонтиками. Этот букет, вот в банке букет, который я нарвал сегодня. Вот он весь в гусеницах. Вот они, их можно увидеть, конечно, они маленькие, все больших не нашел. Вон они сидят все. Ну, их здесь три десятка, вон все в них. Вон сидят, их видно хорошо. Гусениц, вон. Там они где-то. А мои, которые дома, они вон на том букете из листьев. Я их показывал утром. Они крупные, они большие. Еще вот покажу. Я уже гусениц павлиньего глаза пересадил в банку в трехлитровую. Потому что в той маленькой банке им уже тесно. Они уже крупные. Сантиметра по два стали. Черные такие. Вон банка. Сейчас вам покажу их. Вон, видите, вот они все. Их там много, их очень много, вон все внизу, они ползают, крапиву съедают, от нее одни жилки остаются. Короче говоря, все они успешно, хорошо растут, все вот они, и очень хорошо он какают на пол под банки прямо, вон черные колдышки маленькие. Это не проблема, потом веником подбираю, когда они подсыхают, подмел, и все хорошо. И так проще. Вот, ну вот такое пополнение. Сегодня еще на 30 гусениц махаона стало больше. Все. Всем пока.